души не сдаешься, как небо под сердцем в тоске моей бьешься. Ребят, всем привет! Как вы видите, мы едем в современнейшей спортивной машине. Это Мазерати. Рядом со мной Дима Ковпак, известная личность в бизнес-кругах. Можете набрать в интернете, посмотреть, чем он занимается. Он уже помог многим людям найти себя или как свое место в мире, может быть, даже в мире бизнеса. Советуешь знакомиться? Да, может быть, даже лично. Особенно советую это молодым и красивым девушкам, вот, потому что на них я могу произвести очень важный обучающий эффект. Они найдут себя. Это была шутка. Не, в общем, действительно, я рад, что в Киеве, в том городе, где я никогда еще не был, у меня есть друзья, знакомые. И что вот меня так встречают, видите, вот Дима, встретились мы, последний раз виделись на Бали. Сентябре. Я был в первом потоке коучинга бизнес с Китаем, и Дима тогда набрал, да немного людей там было, 11 человек. Всего 11 человек, да, и я вот после этого курса, а точнее после знакомства с Димой, у меня многое поменялось в жизни, я забросил какие-то свои старые цели, убеждения, и открылся к совершенно новым возможностям. Невероятно. Каким? Просто, что... Ты уехал из Германии сразу, начал путешествовать. Я свалил, да, свалил и просто следовал своим каким-то мечтам, целям, желаниям. Не откладывал их в какой-то последний там ящик, а именно начал реализовывать их уже сразу. И все начало приходить и появляться, и люди... ну все, что для этого было нужно, прям пришло мгновенно и приходит до сих пор. Вот прошло, как мы уже сказали, 3 года или сколько, да. И мы встретились в Киеве, все поменялось. Сейчас... Ты едешь в Германию, ты возвращаешься, там хорошее место для старта с новыми эмоциями. Ты, видимо, реализовал уже старые желания? Значит, да, я покрыл полностью все, то есть реализовал все, что хотел, о чем мечтал до того времени. И сейчас у меня появились более крупные амбиции, что ли. То есть не просто жить на райском острове и удовлетворять свои человеческие потребности, там, инстинкты, да, а именно добиваться успехов и расти. Сколько лет? Мне 30. Ты берешь у меня интервью? Самое время. Нет, на самом деле самое время, потому что к этому возрасту мы приходим к ряду понимания того, что вообще нам стоит делать. У нас появляются навыки, да, мы уже прошли какой-то путь, у нас есть навыки, которые мы можем применить. И здесь нужно мечтать, нужно фантазировать, нужно представить, что ты можешь все, как будто у тебя в руках волшебная палочка. Волшебная палочка — это твой опыт, который ты пережил. Так как ты, ну, там, проехал полмира, там, жил в разных условиях, многое делал, да, там, жил на Бали, понимаешь, уровень счастья, уровень свободы и цену этого всего. Ты теперь можешь приехать в место, где действительно, ну, прет такая энергетика. Я вот тебе говорил про Мюнхен. Для меня, например, в Мюнхене было ощущение, ну, просто какого-то потока. Вот, и туда нужно прийти со свежим мозгом, с желанием действовать, и ты добьешься очень больших результатов, я тебе гарантирую. Такое ощущение испытывал только в Гонконге. Ну, по уровню, да, вот это, оно просто, ты чувствуешь его. Ты видишь эти деньги, ты видишь эти возможности, ты видишь людей, которые там, и ты видишь, в чем есть твоя сильная разница, в чем твое сильное отличие. Дима сейчас затронул все те нюансы, которые я уже планирую, то есть я в Германию возвращаюсь, почему? Потому что, ну, среда для роста просто шикарная, лучше, чем в Юго-Восточной Азии, по моему мнению, именно для меня, опять же. И Мюнхен, ну, Мюнхен, потому что город довольно-таки богатый, там очень много влиятельных людей, много возможностей, и поэтому, скорее всего, я перееду именно туда. А, да, и нынешний опыт буду использовать, конечно, для достижения уже совершенно новых, более амбициозных целей. Вот так вот.
Это Александр Оль и Дима Ковпак специально в прямом эфире для камеры. Как эта камера называется? Да не для камеры, это для аудитории моего канала и для ребят, друзей в Фейсбуке. Слушай, я могу это на свой канал также запостить ссылкой на тебя? Свобода, свобода. Стоит вопрос в инструментах. Нету такой проблемы. Есть проблема горящих глаз. Вот те, у кого есть горящие глаза, им и деньги дают, им и партнеры приходят и говорят, вот такие давай глаза вместе. Ну, просто я немного людей вижу, вот, желающих вот, что-то сделать необычное, может быть,